Если у вас нет времени, сделайте вот такую вещь. Я это делаю постоянно. Внимание, смотрите, пожалуйста, сейчас на мой рот. Да? Я не заваливаю никуда. Максимум, что я делаю, это я просто вот так вот открываю рот. Вот так. Она выглядит как это, но это не это. Смотрите разницу. Разница есть. Идем выше. Язык у зубов, вот тут, всегда, ничего не меняется. Меняется только ощущение, что я вот таким образом даю возможность ноте выйти. Не вот таким, а вот таким, как я говорю, обнимаю ее, окей? Вперед и вширь, вперед, вширь и вниз. Прикол ради, я возьму выше или нет? Надо попробовать, я не пела 100 лет уже. Там, да, там чуть-чуть открывается небо наверху. Но все равно, я думаю, вот так. Небо чуть-чуть идет уже. Это, короче, ля бемоль или соль. Надо попробовать еще такую вещь. Вперед. Или просто. Сейчас направление будет идти вперед. Всегда. Вдохнула. Иду вперед. И вот эта мышца, тут у меня все равно не видно, но да, вот так вот. Держит. Стриптиз, так стриптиз. Все равно все равно со стриптизом выходить. Вдох. Вот эта мышца, вот я открылась, эта мышца у меня шла вперед. Из-за того, что она шла вперед, вот так, да? Вперед и вот таким вот образом. Вот таким вот образом. Понятно, что у меня натуральным образом сходятся обратно ребра, но из-за того, что мышца идет вперед, я не вздыхаю, то есть мгновенно, не уходит весь воздух в жопу, да, вот этого нету, да, поэтому оно создает такое, как я говорю, всегда должен идти какое-то контрдвижение. Если не идет контрдвижение, вы вздыхаете сразу. Если вы стоите ровно и идете вперед, вот это натяжение ровно создает контрдвижение натяжению вперед, получается, вы идете вот так, да, вот так, вот так. Вот. И это создает вам опору. Вот эта вот мышца тут, когда она идет вперед, она натягивает ваши фасции, да, натягивает ваши фасции вот так через паховую зону вы идете вперед. Поэтому, когда ваши ребра сходятся, у вас все равно есть контрдвижение какое-то. Сходятся сами, да, не надо их сводить. Оно само сходится спокойно. Это мне по поводу того, что кто-то говорил, что у меня, когда я вдыхаю, у меня все равно ребра идут не на растяжение, а идут в себя. Смотрите, дорогие, одно дело делать вот это. Смотрите. Ри. Вдыхаю. Ри. Надо работать так, возьму повыше. Ри. Видите, я делала вот это движение. Вот это вот движение. Сейчас репетирую. У меня, кстати, эта мелодия играет. Вот когда я это делаю на сцене, это мелодия. Смотрите еще раз. Прям хорошо видно будет. Да? Ри. Я схожусь, ребра сходятся, когда я иду уже вниз. Но из-за того, что меня держит вот эта мышца, идет вот так вот вперед, я не сдуваюсь сразу. Да? Всегда должно идти какое-то поддерживающее движение дополнительно. Я надеюсь, короче, что так понятнее, да? Это у нас сегодня детский спектакль, вот в таком виде мне перед детьми петь. Ну ладно. Это немецкие дети, они, наверное, привыкшие к такому. Я сказала, ну вы ненормальные выпускать меня в таком виде перед детьми. Ну ладно. Дети это... И мы вот так вот я распеваюсь, я не распевалась, сейчас вам скажу, недели 3, наверное. Вот недели 3 у меня был последний спектакль, вот сейчас. Ах, тут все, я пошла.